Весной на улицах города появляются новые участники дорожного движения – велосипедисты. Часто это школьники. Правила за зиму юные саровчане могут и подзабыть. Я езжу на велосипеде с 4 лет. Я знаю то, что на красный свет нельзя переходить, только на зеленый. И нужно еще слазить с велосипеда. Знаю то, что до 14 лет все должны ездить только по тротуарам, а уже 14 только по проезжей части. И не только. К ученикам 5 класса 12 школы пришли сотрудники госавтоинспекции. Ребята вспомнили с Татьяной Назаровой правила дорожного движения. Также ученикам подарили информационные буклеты. Затем, взяв свои велосипеды, участники отправились к пешеходному переходу на Музрукова. Сегодня мы провели акцию «Делай, как я». Мы хотели показать людям, ну и другим велосипедистам, как нужно правильно переходить через пешеходный переход с велосипедом. Своим примером мы показали, что нужно сначала слезть с велосипеда и рядом с собой его вести, пока не перейдете пешеходный переход. Профилактическая акция проводилась в рамках информационно-пропагандистской кампании «Безопасный велосипед», которая на территории Нижегородской области продлится до 15 мая. Такие мероприятия сотрудники автоинспекции устраивают каждый год. Цель акции – это привлечение внимания жителей нашего города к проблемам безопасности велосипедистов и иных участников дорожного движения, которые используют в том числе электрические средства малой мощности, повышенной мобильности. Так называемые электроскутера, электромопеды, сегвеи, моноколеса. За минувший год в Сарове ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов удалось избежать. В этом году один случай уже зарегистрирован. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.